все исполняй, сокровища води. И жизни богатые увидите, и сильные очистили от всяких скверны, спаси, блажа души наша. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресная во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресная во веки веков. Аминь. Отче наш, жеси на небесе. Да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кожи мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Твоею благодатью, Господи, помилуй, Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Господи, Господи,
всех. И Духой Твоему, Преблагодарь, прокимен гласосьми, помолитесь и воздадите Господи, Богу нашему. Ведом во Иудеи Бог, во Израиле велими Бог. Помолитесь и воздадите Господи Богу нашему. Помолитесь и воздадите Господи Богу святого апостола Павла чтение. Братья, верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились старского повеления. Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И что еще скажу, не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Ифае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верой побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужие. Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. И Духове Твоему, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ваша праведни, и Господь услышай. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Но скорби праведным, и от всех их избавит и Господь. Святого Славного Апостола Евангелиста Матфея. Бог молитвами Святого Славного и Всепального Апостола Евангелиста Матфея.
Иисуса Христа. Аминь. Премудрость прости, услышим все так Евангелия. Мир всем. От Матфея, Святого Евангелия, чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцем моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от него и я пред Отцем моим небесным. Кто любит отца или матерь более нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына и дочь более нежели меня, недостоин меня. Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, паки быти, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах, судить 12 колен Израилевых, и всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени моего получит во сто крат и наследует жизнь вечную, многие же будут первыми последними, и последние первыми». Слава тебе, Господи, слава тебе. Отцемси, отси я души, и от себя помышления нашего отцы. Господи, помилуй. Господи, Вседержителю Божий, Отец Маши, волен Тися услыши и помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, повелицей милости Твоей, молим Тися услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о Господине нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Илларионе, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Сергии, и о Господине нашем, преосвященнейшем епископе Всеволоде, честем пресвитерстве, во Христе диаконстве, во всем притче и люди, Господу помолимся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся об окружении и стране нашей, властях и воинстве я, да тихо и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о братьях наших, священницах, священном монахе, и о всей во Христе братстве нашем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о блаженных и преснопамятных святейших патриархах православных, благочестивых царях, благоверных царицах и создателях святого храма сего, и о всех прежде почивших по церкви братьях, здесь лежащих и повсюду православных. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Устроивай мир сей, славу Твою, сотвори, да и противящиеся Твоему слову обратятся,
и вкупе со всеми верными, истинною верою и благочестием, Тебе, Бога нашего, прославят, молимся, всесильный Творче, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святым и всечестным храме всем, труждающихся, боющих и предстоящих людям, ожидающих от Тебе великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я по милости по человека и без Бога, и сии Тебе славу воссылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу, и присно, и во веки веков. Оглашение Господи, Господи, помилуй, Господь, помилуй ты, Господи, помилуй, Бог истинный, Господи, помилуй, правды, Господи, помилуй, заботники апостольской церкви, Господи, помилуй, помилуй, заступи и сохрани их Божественной благодатью, Господи, помилуй. Ваше Господи, преклоните. Oh.
Кирилла, святейшего патриарха Московского и всей Руси, и господина нашего высокопреосвященнейшего Илариона, митрополита Нью-Йоркского и Восточноамериканского, первого иерарха Русской Православной Зарубежной Церкви, и господина нашего высокопреосвященнейшего Сергия, митрополита Барнаульского и Алтайского, и господина нашего преосвященнейшего Всеволода, епископа Славгородского и Каменского, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Всех вас, православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Крещение
Oh.
Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земле. Хлеб наш насущный дашь нам есть, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас в свои искушения, но избави нас от лукава. Yeah.
Боже, Твоей благодатью. Господи, день весь священ, мир и безгрешен, спросивши сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Аминь. С миром и в жизни. О имени Господу помолимся. Благословляй и благословящая Тебя, Господи, и освящай на Тебя уповающие, спаси люди Твоя, и благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоя сохрани, посреди любящей благоведную дома Твоего, и тех вас прослави божественную Твою силою, и не остави нас, уповающих на Тебя, мир миром Твоему дары, церквам Твоим священникам, воинству. И всем людям Твоим, Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, и небесно, и во веки веков. Спаси, Боже, души.
помолимся. Господи, помилуй. О мире всего мира, благостояние святых Божьих церкви, соединение всех Господу помолимся. Господи, помилуй. О святим правителям и с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих вонь Господу помолимся. Господи, Отце нашим, святейшим патриархе Кирилле, и о Господине нашим, высокопресвященнейшим митрополите Иларионе, и о Господине нашим, высокопресвященнейшим митрополите Сергии, и о Господине нашим, высокопресвященнейшим, преосвященнейшим епископе Всеволоде, Честине, Пресвительству, Христе, Диаконстве, о всем прище и людях, о Господу помолимся. Господи, помилуй. Храни мне стране нашей и властях и войси, и я Господу помолимся. Господи, помилуй. О весе сей всяком граде, стране и верою живущих в ней Господу помолимся. Господи, помилуй. О благорастворении воздухов и изобилии плодов земных и временях мирных Господу помолимся. Господи, помилуй. Плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся. Господи, о ежемилости, но нынешнее благодарение и мольбу нас, недостойных рабов своих, пренебесный, свой жертвенник приятий, и благоутробно помиловать и нас, Господу помолимся. Господи, помилуй. О еже не возгнушайся благодарением нас, непотребных рабов своих, еже о приятных от него благодеяниях во смиренном сердце приносим, но я, как одело благовонное и всесожжение тучное, благоприятное ему да будет, Господу помолимся. Господи, помилуй. О еже и ныне послушайте глас, моление нас, недостойных рабов своих, и добрые намерения и желания верных своих, во благой всегда исполните, и всегда, яко щедр благодеете нам, и церкви своей святей, и всякому верному своему рабу прошение даровати, Господу помолимся. Господи, помилуй. О еже избавите церковь твою святую и рабов своих, всех где предстоящих и молящихся, и всех нас от всякой скорби, беды, гнева и нужды, и от всех врагов видимых и невидимых, здравием же, долгоденствием и миром, и ангел своих ополчением, верных своих всегда оградите, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. О Господь, и явися нам, благословен гряды во имя Господне, исповедайтеся, Господи, яко благ, яко век, милость Его. О Господи, явися нам, благословен гряды. Повышедшими душами с именем Господне противляхся и. О Господи, явися нам, благословен гряды. Буду и поверь дела Господня. О Господи, камень и кожа, не пригожа, зидущая зимы, сна главу угла от Господа Христей, и есть тебе ночи всех наших. Благодарим мы величаем Твою благо утроби.
христианам помощнице, Твоей представительство свержавшей обилии Твои, благодарь за Тебе в обеем, радуйся, Пречистая Богородице, Деву, и от всех нас бед Твоими молитвами себя избави. Иди на Твое представительство и ищаю. Он мне, премудрец, он мне, Прокимен, глаз четвертый, воспою Господи благодевшему мне, и пою имени Господа Вышнего. Воспою Господи благодевшему мне, и пою имени Господа Вышнего. Возрадуется сердце мое во спасении Твое. Воспою Господи благодевшему мне, и пою имени Господа Вышнего. Воспою Господи ве благодевшему мне, и пою имени Господа Вышнего. Премудрость, кой ты сеем послание святого апостола Павла чтение, он мне. Братья, как чада света ходите, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, ибо о том, что они делают тайно, стыдно не говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Посему сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием и Духове Твоему. И мудрость прости, услыши святого Евангелия. Которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисусе, наставниче, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам!» И когда они шли, очистились, один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его. Это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Слава тебе, Господи, слава тебе. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о великом Господине Отце нашим, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Илларионе, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Сергии, и о Господине нашем, Пресвященнейшем епископе Всеволоде, честнее пресвитерстве, во Христе диаконстве, о всем притче и людях, Господу помолимся. Господи, помилуй, Господи.
трепетом, яко раби непотребни, Твоему благоутробию спаси, и, Владыка наш Господи, о Твоих благодеяниях, я же излиялась и изобильно на рабех Твоих, и припадаем, и славословие Тебе, ко Богу приносим, и умиленно вопием, избави от всех бед рабы Твоя, и всегда яко милости, исполни во благих желаниях всех нас, прилежно молим Тебя, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко же ныне милостивно услышали и молитвы рабов Твоих, Господи, и явились на них благоутробие человека любя Твоего, сицей впреднее не презирая, исполни во славу Твою вся благая хотение верных Твоих, и яви всем нам богатую милость Твою, вся нам согрешение прости, молим Тебя, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благоприятное, как одело благовонное, и окоточное всесожжение да будет, все благие владыку, благодарение все наше, пред величеством славы Твоя, и не спасли всегда, яко щедр, рабом Твоим, богатые милости и щедрота Твоя, и от всех сопротивлений видимых и невидимых врагов, церковь Твою святую избави, людям же Твоим, всем безгрешные, со здравием долгодействие, и во всех добродетелях преспеяние даруй. Молим Тебя, всещедрый Царю, милостивно услыши и скоро помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божьих, всечестного протоиерея Иоакима, сего боголюбивой пастве, всех где предстоящих и молящихся, и уеже проститесь им всякому прегрешению их, вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся за всю братью и за вся православные христиане. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слышены, Боже, Спасителя наше, упование всех, концев земли, сущих, море, далече, милости, милости, будь владыка грехов наших и помилуй нас. Милости Твоей человека любит Бог, и все Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресно и во веки веков. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Боже наш, Боже всякого милосердия и щедрот, и Боже милость безмерным человеку любви неисследима пучина, которое личество припадающих за страхами, трепетами, крови недостойней, благодарение Твоему благоутробию от Твоих благодеяний на рабех Твоих бывших, ныне смиренно приносящих Господа, Владыку и Благодетеля славим, хвалим по Ему величаем и припадающий паки благодарим, Твое безмерное незреченное милосердие смиренно молящее, так же ныне моление рабов Твоих приятий и милостино исполните и сподобили сей, и во преднем Твоей искреннего любви, и во всех добродетелях преспевающих Твое благодеяние всех верных Твоих получите, Церковь Святую, весь сию, от всякого зла обстояния избавляя, и мир безмятежи тем даруя, Тебе, собезначальным Отцем, и пресвятым и благим, и единосущным Духом, во едином существе славим Богу, всегда благодарение приносите, и предлагая глагол Тебе воспеть исподобивши, слава Тебе, Богу, благодателю нашему, во веки веков. Премудрость и Святая Богородица, спаси нас. Честнейшая крепость, славнейшая, несравненная святым, без исцеления Богослава, Рождающая Богородица, Ты величаем. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и пресной воды.
Христос, истинный Бог, наш Мария Пречистая, Своя Матерь, Святославный Пресвятых Апостол, Священного Мученика Анфима, епископа Никомедийского, и всех святых, помилуй и спаси от нас, всех благ, и любец. Благодетельное, мирное житие, здравие же и спасение, и во все многое посвящение подаш, Господи, великому Господину и Отцу нашему Кириллу, святейшему Патриарху Московскому и всея Руси, и Господину нашему Высокопреосвященнейшему Илариону, митрополиту Нью-Йоркскому и Восточноамериканскому, первоиерарху Русской Православной Зарубежной Церкви и Господину нашему Высокопреосвященнейшему Сергию, митрополиту Барнаульскому и Алтайскому, и Господину нашему Преосвященнейшему Всеволоду, епископу Славгородскому и Каменскому, богохраними стране нашей, во все воинства и народу ее, всему освященному собору, настоятелю и всем живущим весе сезе предстоящим и молящимся, и всем православным христианам, и сохрани их на многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето. Приветственное слово митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия в памятный день 27-летия возрождения и 200-летия основания поселка Потеряевка. Дорогие Господи, братья и сестры, сердечно поздравляю вас с днем возрождения вашего села. Ваш труд, который Господь благословил людям, чтобы возделать землю, приносит свои плоды, потому что община создана на камень веры, который есть Христос. По словам апостола Павла, нам надо за все благодарить и непрестанно молиться, вразумлять бесчинных, утешать малодушных, поддерживать слабых, быть долготерпеливыми, все испытывать, хорошо держаться, удерживаться от всякого рода зла, что вы и стараетесь исполнить своей жизнью. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую я пред Отцем моим Небесным. Исповедание Господа – это смысл жизни христианина. Кто во время своего земного странствования докажет жизнью, что он исповедует Господа своим Господом и Богом, того Господь исповедует своим учеником пред Богом Отцем. Это мы видим в сегодняшнем богослужении, посвященном всем святым, которых воспевает Церковь Христова, Боже прославляемый в совете святых твоих, ты сего истинно прославившийся достойно памяти их. Все земные блага и преимущества остаются на земле. Человек оставит землю и переселится невозвратно в вечность. Другому уставу последует божественная благодать. Она сопровождает загробную область, державшему ее здесь. Человек свергнет себя, как оковы тела. Благодать, которая была стесняема плотью, развивается обширно и величественно. Она будет служить залогом и свидетельством для избранника Божия. Через стяжание благодати человеку предоставляется на небе духовные, вечные, незреченные, неограниченные богатства. Живот вечно следит. Жизнь вечную, столько преизобильную и изящную, что плотской человек, живущий не по Евангелию, не может составить о ней никакого верного понятия, основываясь на своих суждениях. Да дарует милосердный Господь наследовать нам жизнь вечную, за точное исповедание Его, уготованную для всех нас, непостижимую, безграничную милостью, искупившего нас с собой Господа, с любовью Господи, Сергий, митрополит Барнаульский, Алтайский, глава Алтайской митрополии. Спасибо, Господи Владимир. Благодарю вас также, честные отцы, за то, что вы украсили праздник наш. Нам всегда радостно, когда приезжаете. Я думал, все, дождь никого не будет. Я сегодня смотрю, приплыли отец Дмитрий, отец Владимир. Да. Вот. Вчера братья приехали. Я сегодня смотрю, еще приехали, из городской общины приехали. Да. Вот. Благодарю вас сердечно. Всегда, когда приглашаем, приезжайте всегда. Нам всегда радостно видеть вас и с вами молиться. Спасибо, Господи. Так, квест.
давайте крест, сейчас и благодарю молитву в это время читаю. Сейчас подходите ко кресту, причастите, слушайте благодарственную молитву все, потом зайдем туда, в спортзал, и там небольшая у нас будет часть. Ну, помянем эти события, которые, в честь которых сегодня мы празднуем. А потом гости все на праздничную трапезу приглашаем. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Пустых, яко же свет нас огня воссиявши благодать, следу просвети, несли боролюбие мира и сокровища снискану, зато нам смиренно мудрее показан. Но Твоими словами сына казуя очи, а не за того устья, Вознесенного Христа Бога, спастися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественную благодать, от времени с нами вся учишь, и поклоняйся в Троице Единому Богу, и Иоанне Златоусте все блажения преподобнее, достойно хвален Тебя, и сего наставник, яко божественно являя, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не бреды грешных молений гласы. Но притвори, яко благая на помощь на свет, на зовущих Ти, ускори на молитву и почисено моление, предстательствующих Христа Богородицы, ждущих Тя. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувиму, славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово Рожию, сущую Богородицу величаем, именем Господним благослови, Отче. Аминь.